21 августа в микрорайоне Северный города Голицына произошло ДТП. Пострадали дети 11 и 13 лет. Квадроцикл, которым управлял несовершеннолетний водитель, опрокинулся в кювет. Подростков и самого водителя и его пассажира доставили в больницу. В момент аварии дети были без шлемов и без защитной экипировки. С начала 2020 года в Одинцовском городском округе зарегистрировано 6 ДТП с участием водителей квадроциклов, в которых погибли 2 человека, 7 ранены.